Всем добрый день, дорогие друзья! Сегодня хотела показать немножечко моих цветущих орхидей. Начну я с башмачка. Открыла 4 цветочка, один маленький бутончик еще остался. Не знаю, процветет, не процветет. Но вот 4 цветочка уже есть. Очень красивые. Такие вот. Так, дальше. Дендробиум агрегатум. Припозднился в этом году. У него 3 цветоносика. Еще пока с бутончиками. Тут на балконе холодно, поэтому он очень медленно их растит. Вот он еще один маленький цветоносик там. И пока только один открылся. Но тем не менее медовый аромат присутствует. Вот такой вот. А это Angrecomys cupidale. У него было 2 цветоноса. На одном он отсушил бутон. Вон я уже его срезала. Вот он. А вот на втором тоже, я думаю, все отсушит. На нем просто любят мои снегири сидеть. На цветоносах прям садятся вот сюда. И сидят, наверное, лапками что-то повреждают. И ему не нравится. И он вот сушит бутончики. Ну, скорее всего, отсушит все. Ну, ладно. Что ж поделать. Это Плевроталис субпикта. Миниатюрная орхидейка. Цветочки очень маленькие. Но мне они очень нравятся. Растет у меня на блоке без орхидариума. И, в общем-то, так нормально и достаточно себя чувствует. Вот такой вот красавец. Очень нежненькие цветочки у него.